Как фермерское мясо может быть более экологичным, чем растительное мясо? Давайте с самого начала уточним. Мы не говорим о больших животноводческих фермах. Большие фермы мегакорпораций, также именуемые ПКОЖ, предприятия по концентрированному откорму животных, чрезмерно стравливают пастбище молодыми коровами. Это вредит почве и уже привело к уничтожению примерно 20% пастбищ по всему миру. Нет, мы говорим здесь о скоте, выращенном на небольших экологичных пастбищных фермах. Вообще он даже полезен для окружающей среды. Пастбищные фермеры осознают важность сохранения здоровья земли и каждым своим решением пытаются этому способствовать. Пастбищные животные живут в агроэкосистеме, дающей земле отдохнуть. Это гарантирует, что взятые из почвы питательные вещества вернутся в нее. Независимый анализ жизненного цикла продукции сравнил фермерское мясо с растительной котлетой для бургера от компании Impossible Foods. Каковы результаты? Фермерское мясо не приводит к загрязнению. Наоборот, оно поглощает 2,8 килограмма CO2 на килограмм получаемой говядины. Мясо от Impossible Foods выпускает, все верно, выпускает в окружающую среду 2,8 килограмма CO2 на каждый килограмм. Так что если популярная культура настраивает вас на то, что растительные котлеты для бургеров Impossible хороши для окружающей среды, помните, что на самом деле для среды полезна фермерская говядина. И она состоит всего из одного ингредиента. Чего нельзя сказать о котлете Impossible? Ух ты! Тем, кто заботится о своем питании, подумайте об этом. Скот с пастбищных ферм имеет лучшую комбинацию жирных кислот, чем скот с больших животноводческих ферм. Фермерская говядина содержит большее количество каротиноидов, витамина Е, глутатиона, рибофлавина и тиамина. Если вы хотите снова влюбиться в красное мясо, то фермерская говядина – ваш выбор. Очевидно, думать, что все красное мясо вредно для окружающей среды и для вашей диеты, просто неправильно. Экологичная фермерская говядина хороша как для планеты, так и для вашего здоровья. Изучите источники в описании. И если вам понравилось это видео, вам могут понравиться эти.